$21.99. Здоровые. Ситуация такая. К нам приехали ребята. Ссылочку я оставлю на интервью с ними. Мы на архивах Поляка записывали его. Вот, Серега. Серега, давай поздороваемся, как будто мы не с тобой не виделись. Hello. Hello, привет. Я, слушай, как все у тебя получилось? Вы приехали, во сколько к нашей квартире и ждали, сидели? Сколько в машине, не могли нас разбудить? Мы в 6 утра уже были возле вашего дома. А вышел я во сколько из дома? В начале 10-го. Представляете, они сидели 3 часа в машине около нашего дома на улице. И это, Даше писали смс, а мне один звонок сделал. Я говорю, так же не делается. Да, надо же долбить. Надо было 2 звонка. Да, надо же звонить. А я сквозь сон вижу, какой-то номер звонит непонятно. Еще не Нью-Йоркский, а Северная Каролина, да? Да. И я думаю, услуги. Ну да, я и подумал, думаю, мне какие-то услуги звонят, опять что-то мне впарить кто-то хочет, там, купи у нас машину или там страховку какую-нибудь. Я еще подумал, у кого совесть есть в такое время звонить, у каких контор. 30 декабря. 30 декабря особенно, да, сегодня. Даша с Таней, это жена Сергея, они у нас сейчас находятся дома, ждут нас с продуктами, нас отправили в Коско, мы, собственно, вот выполняем. Поручение. Да, очень честно, вот четко по списку, да, мы от себя тяну никакую здесь. Вот это, по-моему, ты от себя взял. Вот это у нас не заказывали. Не, это сырная палочка, это по списку. Да? Да. Я тоже думал какие-то другие. Ну и что, ощутимо здесь дешевле, да, чем везде? Слушай, ну если обратишь внимание по сторонам, если поглядеть. Ну давай поглядим, хоп. Вот смотри, вот как понять, дешево или дорого, какие-то баночки с чем-то. Ты смотри на количество соотечественников. Русскую речь в магазине. Ну, что-то пару раз проскользнуло где-то. Пару раз. Я думаю, скоро знакомый буду встречать. Ребят, это просто сойти с ума. Меня усадили на Lincoln Mark 5, по-моему, называется, 70 какого-то года выпуска. Я сниму его, где будет посветлее снаружи, как он выглядит. Но это корабль. Не знаю, видно, не видно так. Вы посмотрите, какой. Сколько жизни перед капотом. 3 метра, наверное, этой жизни. Как выхожу из бухты, знаете, на моторной лодке. Прицел такой вон линкольнский. Не могу разобраться, где тут свет выключается. Еду со светом, соответственно, и номер повесить некуда. Я его пришпандюрил туда, сзади на стекло. Видите, вон как в дорогих советских порткабинетах сделано все. Зеленый, только зеленого бархата не хватает. Вот такая история, грязный весь. Зеркала вообще еле-еле что-то видно. Сейчас надо где-то остановить. Да дубак такой на улице, вообще невозможно стоять. Это что, рация какая-то с кем-то переговариваться. В 75-м году-то или в 72-м каком. Что-то здесь. Да, 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 да. Все, мой клиент. На Uber этот, на таком, прикиньте. Я на газ не жму, он сам едет. Вообще, вот смотрите. Пустил. Все, ноги убрал. Он прям разгоняется. Дурной, конечно, и жрет, наверное, с ума сойти сколько. Ладно, сейчас вот ковры, видите, какие тоже бархат. Сейчас остановлюсь там на заправке, сниму его снаружи. А вообще он у меня до утра. Наверное, я утром его лучше сниму, вам покажу завтра. Да. Тут целый диван впереди. Вот такие вот вещи под конец 2017 года происходят. Сегодня я наконец-то сдал отпечатки пальцев. Все, осталось только тест на наркотики. К сожалению, в этом году не успел пройти. Потому что уже все закрыто. Придется 2-3 января. И ждать мою телси. Так, ну ладно, поехали дальше. Небольшой отчет сделал. Да, с ребятами мы еще в Москве встречались. Да, ну мы воду разбавляем обычные, негазированные. Подожди, это что такое блуд? Это кровавый апельсин? Это итальянская вода, гальванина, итальянский апельсин, красный апельсин. Это напиток считается? Ну, да. Или сока, это... Сока, или... сока содержащий. Да? Очень вкусно, да. Им запивать виски можно? Нет. Нет? Нет? Вообще-то водку, виски, алкоголь не разбавляйте никакой водой. Сладкое тем более. Тем более сладкое. Да. Оно влияет очень плохо на печень и на желудок. Хорошо, хорошо.
Спасибо. После того, как мы между прочим можем. Но позже, не сразу. Запустите там. Ладно, спасибо, с наступающим вас. Спасибо. Серег, я говорил, что с вами мы еще в Москве, когда мы ездили в консульство, на посольство, визы получать. Мы с вами еще тогда в Москве пересекались. Да, мы еще катались на кораблике, да. Да. Да, да. Вот кому интересно ту историю послушать, ссылка в описании. Там, кстати, неплохо тот ролик набрал уже. Да? Да. Под десятку, наверное, мне кажется. Да. А может, ошибаюсь. А вот Сангрия, не надо нам Сангрия? А? Она не очень хорошая. Да, да я шучу. Нам... Мы же решили, ты в курсе, что мы не пьем в этот Новый год? Что именно? Ну, алкоголь. А вообще? Да. У тебя сейчас такое же лицо, когда я сюда приехал, и мне Игорь сказал, что он мясо не ест. И у меня тоже вздох такой был, все люди заметили. Это все грязный сынок. Смотрите здесь, ребята, как здорово. Коляска уходит сама. Can we try? Не дает. Вот, а мы отдельно. И вот с такой музыкой. Наши чемоданы едут маленькие. Наши тележки едут маленькие. Да, сами. Сколько в него лить-то, я вообще даже не представляю. Так, паркинг. Часы-то у него худо-бедно Cartier стоят. Секунду, как настенные. Так, все стоит. А где тут ручка? Заходим. Что это еще? Привет. Это называется Lincoln Mark 5. Танка, я, даже, не знаю, сколько в него надо бензина лить. Долларов на 10, давай. Тут кожа вообще. Какой год это? 70 какой-то, или второй, или пятый. Ну, как-то так, я не уверенно на нем еду. Смотрите, он какой длинный. Ой, блин, я... Капот сколько метров? Метра два, наверное, да? Да. У него вот... Я говорю, в него надо литров 100 наливать, наверное. Чтобы до Бруклина 30 миль доехать. Вот как он сзади. Континенталь Марк 5. Вот видите. Ну давай, наверное, на 10. 10 кэш, пожалуйста. Да, 10 кэш. Ага. Я хотел попросить, это можно тряпку попросить у вас какую-нибудь, а? Протереть? У меня ничего не видно там ни снаружи, ни зеркала. Хотя бы зеркала протереть. И самое интересное, где мне его сейчас около дома в Бруклине парковать. Вообще не представляю. Чтобы там такое место было, это же как по две простые машины. Легковушки. А с зеркальцем-то они облажались. Дашки в аптечке, ой, не в аптечке, в этой косметичке, по-моему, зеркало больше. Совсем у него ничего не видно. Еще регулировать его надо. Ну, зато галочку себе поставлю, что был на такой машине, ездил. Это у него что, не с бензобака капает случайно? Не. Что, говоришь, нехорошее? Бензина не идет. А. Но он не полный. Это все кожаное. Ручка кожаная. Сиденье даже, представляете, в 75-м году вот. Ездила. А, вот и зеркала, отсюда все управляет. Where you from, man? I'm from Russia. Oh, you Russian? Yeah. Cool, man, cool. You drank a lot of vodka for Christmas? No, no. Not this year. Not this year? Yeah. You learned your lesson from last year? Because we need vodka only in Siberia to keep warm. Oh, yeah? Yeah. And there is no any escapes, you see? Yeah, that's what I'm looking for, obviously. No blue, no white, black. Очередной раз найти машину не можем. Парнишка вот помогает. Слышали, как рэп знает? Я уже сам в рэп. Полчаса с ним ищем. Местный здесь?
это аукционный паренек. Я им говорю уже, вот кто здесь работает, ребята, кто машину тут перегоняет. Они мне утверждают, а ты что, у нас порядок вообще сумасшедший. Не может машина никуда деться. Я их как на состязание говорю, ну давайте попробуйте. Так вот полчаса уже, кого больше, час уже ищем вместе все. Я говорю, ну и где ваш порядок? Islands, like, you know Dominican Republic? Yeah, Dominican. Yeah, I'm Dominican, so I'm too used to the warm weather. What weather now in Dominican? What's that? Now, in December, in January, what weather is it? It's warm, all year round. Yeah? It's 25, The lowest weather you guys, like 70 degrees, 70 something? 70. When you came to USA? I'm 21 right now, uh-huh. I came in when I was 14. Wow, 7 years. Yeah. To study or what? You came to study at school and... Yeah, basically, yeah. I mean, because over there is a third world country, you know what I mean? Mm-hmm. So it's horrible, man. And how you how this job, you like it? This job is okay, but I need more money, you know? That's why I'm asking you for money, if I'm being honest with you. It's horrible, bro, it's hard out here, so... Просто вам, ребят, хочу показать, что бывает на аукционе. Вдруг вам понадобится эта информация когда-нибудь. Вот мы искали, у нас написано цвет красный. Вот, собственно, камера передает. Мы искали красный. Часа полтора уже прошло. Вот где тут красный? И так бывает. Все, последний рабочий день просто. Хочется уже смотаться. Закончить все и смотаться. Последний рабочий день в 17 году. Я имею в виду. Фу. Вот Ford Escape-то под конец дня. Встречаете прямо из Москвы. И прямо в руки, да. Оп. Все, мы все купили, мы на кассу идем? Воды. Мы на первый этаж пришли, а здесь только уже всякая это химия. Здесь вода что-то. Ты как, у питьевую? Да. Я тебе из-под крана налил. А что, говорят, в Нью-Йорке из-под крана можно пить. Знаешь, как это? У нас вода из крана течет, второе место в мире занимает. По этому поводу тоже есть старый анекдот. Скажите, пожалуйста, все ли грибы можно есть? Да, но некоторые один раз. Поэтому так же любую воду можно пить. Ну ладно. Раз уж ты такой, давай. Может, тебе еще в стекле? Нет, но... Вот. Везде, которые все покупают, я, да. И я в том числе. Пойдет тебе такая? Нет. Ты особенную хочешь какую-то? Я, как всегда, я всегда люблю. Серег, смотри, я хотел показать. Очень удобно. 580 пакетиков для сэндвичей. Да. Берешь, туда сэндвич ложишь, закрываешь их. 580 штук, здесь такая коробочка. Цену не могу найти. Вот, $10, 99. Ну это же ерунда, надо брать. Мне кажется, надо брать. Надо брать. Кошачий наполнитель еще хотел показать, сколько стоит. Тебя начали... Наполнить пакетики и продавать? Нет, тебя начали троллить про кошачий наполнитель еще? Еще. Все, говорят, что всех блогеров троллят, сколько стоит кошачий наполнитель. Я именно тех, кто обзор цен делает в магазинах. Ну, ты не блогер? А как ты правильно? Влогер? Нет, как называется. Я сам по себе мальчик. Вот, друзья, наступило утро, холод и бесполезно. Машина не заводится. Сейчас только залью или аккумулятор посажу. Уже сижу здесь минут 10, пытаюсь что-то наколдовать. Старичок, красавчик. Давай. Все равно не может быть все идеально, да, Серег? Вот. Кто-то скотина обязательно бросит тележку прям. Не, я вот говорю, что найди где-то коробки, упакуй товар туда. Не могут пакеты дать здесь. Не продают пакеты, не дают пакеты здесь.
Вот лежат на выходе коробки, бери все в коробке, вот так упаковывай. Если бы все было просто, было бы неинтересно. Да. Хоть какие-то приключения, найди коробки подходящие. Найди Вилли. Кстати, скажи мне, ты же в аренду взял эту машину за сколько, за 5 дней? $218. 28 декабря по... С 29 декабря по 3 января. Вообще 200, сколько долларов? 18. Это уже со всеми. Это ты брал там у себя в этом... Шарлотте, в Северной Каролине. Ну, скажу так, что девчонка, которая сидела там, зевая от того, что работы до хрена, она особо не стеснялась предлагать мне дополнительные страховки и прочую ерунду. То есть то, что местные люди, в принципе, рекомендуют сразу отрицать. А-а-а. В общем, она первую сумму, которую мне выкатила, было $410. На те же самые 5 дней. Я говорю, не, милая, у меня вот букинг... Потом ты ее взглядом прожег? Практически всю, да. Насквозь. Да, это джип Патриот. Бумага, по которой мы бронировали. И здесь указана сумма, там, $218. Я говорю, мне нужна вот такая же цена. Хорошо, все исключило и нормально. Окей, ну это очень дешево. Это очень дешево. Ну, по сравнению с теми суммами, которые здесь, я слышал, берут в Нью-Йорке на прокат. Это очень дешево. Это здорово. Так что, ребят, не переезжайте в Нью-Йорк. Оставайтесь в Шарлотте. Да, да, Шарлотт, что там еще, Шарлотт как? Фурева. Орландо, да? Или ты Орландо? В Орландо, Серега, с Таней не прижились. Говорят, нет. Уехали. Вы сколько в Орландо пожили, Серег? Слушай, ну, они прожили без меня на месяц дольше. То есть я уехал в начале ноября. Ну, ты месяц прожил там, да? Я прожил, ну, около месяца, да, я прожил в Орландо. Ну, признаюсь честно, работу особо там не искал. Потом пытались сначала обустроиться, вопрос с машиной, то есть от машины очень многое в Америке зависит, сам понимаешь. Вот, и да. Поэтому очень сильно зависли. Да, в общем, вы, 3 месяца всего лишь вы в США, месяц Серега пожил в Орландо и переехал в Северную Каролину. Как правильно город это твой говорит? Шарлотт? Шарлотт. Шарлотт? Да. Или Шарлотт? Шарлотт, мы все называем Шарлотт. Слушай, как хотим, так и называем, свободная страна, да? Да, да, да. Что хотим, то и делаем. Ну вот, что сейчас сделали? Машину взяли себе, мне для работы, жене, чтобы... Да, в двух словах, Серега чинит... Чинит аплайенсы, то есть бытовую технику. Да. Ну как чинит? Серега учится в процессе. Ну учишься и работаешь уже. Уже работаю, да, уже полтора месяца как работаю. А Таня пошла английский свой, да, усовершенствовать? Таня, да, сейчас с 4 января она пойдет на курсы English... The second language, типа второй язык. Вот. А чего еще вам хорошего сказать? Ребенка 3 числа мы... Я думал, 3 ребенка... Первый есть, сразу 3 хотите? Ну, а еще нет, так же сразу. 3 числа в школу отправляете, 3 января, да, ребенку идти в школу. Ой, вот это сервис, спасибо. Есть же добрые люди. Да, вот это они. Редко, но они удачи есть. Вам, ребята, в Коско, чтобы у вас там все подешевле получилось. Или повкуснее, не знаю, как им хочется. Подешевле или повкуснее. А я думаю, ему так и так хочется. Они же загоревшие. Вот. Короче, ты вообще с нуля. Ты, получается, никогда не ремонтировал никакую бытовую технику? Да. Ну, у меня свой канал, который остался пока нетронутым. Я думаю, что все-таки когда-нибудь, что в ближайшее тронут, время... Сколько у тебя подписчиков на канале? Ну, было 700. Но это было давно. Я еще его начал уже запустил. Помолчи, женщина. Да пусть она, наоборот, нас развлекает. Да? И... Своей болтовней непринужденной. Ну, женская, как будто же девушка, едем с какой-то, причем не женой. Не, причем еще англоговорящий, можно простебать, как ты хотел. Вот, а когда начал делать канал, я приехал в Брест к одному... очень интересному человеку обучаться у него малярному искусству, красить автомобили и все прочее. То есть, ну, предполагал для себя такую стезю здесь, да, в Штатах. Угу. Вот, но получилось так, что... Не получилось? Получилось иначе. Угу. Как говорится, хочешь, по чтобы было одно, а получилось совсем другое. Ну, ничего страшного. То есть, я не расстроился сильно. В любом случае, получилось так, как получилось. Работаю сейчас, занимаюсь, да, ремонтом бытовой техники. Холодильники, стиралки. Ты, получается, пришел туда, тебя научили за неделю и пустили в плавание, давай чинись. Все было очень и очень для меня необычно и неожиданно. То есть здесь, находясь на чужбине, так или иначе, ожидаешь подвоха со всех сторон.
И когда мне люди говорят, что чтобы начать работать, ты должен будешь купить автомобиль, купить запчасти, купить инструменты. Uh-huh. А по деньгам получается, ну, весьма ощутимо. Uh-huh. То есть минимальный набор инструментов и запчастей у меня обошелся, по-моему, 800, что ли, долларов. Это прям самый-самый минимум. Ну и плюс машина. Машину я себе взял в рассрочку, ну, у коллеги, который работает в Орландо. Машина обошлась 9 тысяч долларов 2012 года, Toyota Prius. Ну, рассрочка по 500 в месяц, да? Да, по 500 в месяц я погашаю, то есть я внес первоначальный взнос 2000 долларов. Ну, и ежемесячно я выплачиваю по 500, но если получается прям хороший, прям урожайный месяц, чего, я думаю, в ближайшее время будет больше, то можно погашать, естественно, большими платежами, большими суммами и быстрее, естественно, выплатить машину. Хотя все документы, тайтл, все у меня на руках есть. Ну, мы люди честные и не хотим поступать некрасиво, потому что мы же должны здесь помогать друг другу, так или иначе. Все находимся в равных ситуациях. Да, хочу Сереге сказать большое спасибо, он сегодня меня выручил очень. Я бы, на, короче, мне надо было до отпечатков пальцев съездить туда-сюда, обратно, и это все бы я делал на общественном транспорте, а тут бабац, и вот так вот. Бабац и не общественный транспорт. Да, бабац и красный джип. Да. Спасибо тебе, Серега. Да, давай полочками. Так, ладно, давай сейчас отключимся, продолжим, наверное, уже из дома с женами. Да.